памятник Некрасову при Оделе, дядьку какой-то там золотисто-оранжевый оттенок. Ну так лучше, а был черный. Выходим на улицу Чичерина. На той стороне ДВФУ. Раньше был педагогический институт. Может быть, сейчас так и остался под другой вывеской общей. Дальневосточный федеральный университет. Все усеяно грушами, груша-дичка. Вот и в Уссурийске фрукты валяются на земле, их едят голуби.